Всем привет, с вами канал Все для огорода. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите на колокольчик. Юные уже, видите, уже спячка у них. Значит, они цветут утром, в обед они сворачиваются. К вечеру они опять раскрываются. То есть вот такие вьюны здесь вот у меня наросли. Вот там шпалера. Шпалера специально для вьюнов. Вторая вот там видна. Вот она. А здесь для винограда. Листья винограда у нас как бы не бывает, чтобы они сами падали. Их мне придется обрезать. Наверное, числа 15 сентября я их все обрежу. Лозы, макушки побрезаю, оставлю почек 20 на лозах. И потом, наверное, в конце сентября буду укладывать уже. Буду их прижимать к земле. Там у нас нижняя есть проволока. Пришпилю и потом накрою обычной черной пленкой. У меня слоями черной пленки и все. Вот, смартфон даже сам немножко дает света. Я заметил так, что он света немножко сам дает. У нас сейчас уже темно, а сейчас он снимает, как будто светло. Блин, молодец смартфон. Вот, здесь были у меня воздушные отводки. Один я отдал за 5 рублей с большими корнями, а другой я обрезал. Там корней практически не было, там один корешок, я не стал его даже сажать. Ну, они мне, в принципе, не нужны. У меня хватит, один сорт есть и все. Маленькие там, эти, что мне присылали из Крыма, виноград в этом году не рос почему-то, не знаю. Вырос он на 20 сантиметров и все. Не знаю, насколько обрезать лозу. Здесь вот, вот здесь. Вот он, малюсенький виноградик. Вот он. Не знаю, насколько лозу обрезать. На две почки обрежу, закрою банкой и закрою пленкой. И засыплю землю еще. Такое укрытие. А здесь у нас вьюны. Вот просто тут, видите, на своей шпалере. Хотя здесь есть и шпалера, и винограда, на которой винограда нет. Вот виноград у нас. Сейчас покажу, какой виноград. Вот. Он еще не поспел. Сейчас вот это ручат. Вот. Три косточки. Что могу сказать? Уже сладковатый. Кожица несъедаемая. Не знаю, что за сорт винограда. Набитые его. Видите, видите, какие набитые эти. Набитые грозди. Вот еще гроздь одна. Вот. Набитые грозди. Ну, скорее всего, винны. Кожица несъедаемая, но уже такой кислоты не ощущается. Он поспевает в конце сентября. То есть у нас сентябрь, числа 20 он уже будет готов. Мне, конечно, такой виноград не надо. Хотелось бы, чтобы виноград у меня был, поспевал уже в конце августа. А здесь еще 3 недели он будет висеть здесь, поспевать. Поливать, я думаю, уже не стоит его, этот виноград. Все, больше не поливать не буду, потому что уже холодно стало. Это когда было жарко, я поливал. Он вырос у меня вот такой большой. Смотрите, какой. О, шпалер у нас 3,5 метра. Он еще там на метр. Вот 4,5 метра он вырос. Эту окушку я не обрезал. Называется чеканка. Лоза толстая. Уже как бы зреет она. Ну, он, наверное, скорее всего, условно не укрывной, потому что у меня соседи его отдали, они его даже не укрывали нифига. У них не было шпалерии, он всегда рос у них на, ну, метра полтора. Чтобы на 5 метров вырос, у них никогда не было. Они говорят, нам он не нравится, поспевать поздно, мы будем выбрасывать. Я говорю, отдайте мне. И вот они 7 лет там назад мне его отдали. Я уже 2 года собираю ягод. Правда, ягод не очень много бывает. Это просто в этом году, в прошлом году лоза, одна лоза выросла и все. То есть отростков не было. Поэтому на одной лозе здесь, наверное, 0,5 килограмма винограда соберу и все. А в этом году наросли несколько, много этих лоз. Вот. Я думаю, на будущий год винограда будет, наверное, 5 килограмм, наверное, я соберу. Потому что лоз здесь одна, вторая, третья, четвертая, пятая, пять лоз.
5 лоз, я думаю, вот оставлю почек 20 на каждой лозе. Вот остальное обрежу. Вот такой виноградик у нас растет. Здесь я арку даже делал, видите, для винограда. Вот арку специальную. Вот. Ну ладно, спасибо за просмотр, с вами канал. Все для огорода. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите на колокольчик. Всем пока-пока. Спасибо за просмотр. Приглашайте на чайный кофе, обязательно зайду. Спасибо за просмотр.